Добрый день, друзья! Приветствую всех на своем канале, с вами Егор. Мы продолжаем прохождение замечательной игры SnowRunner по бездорожью. Выполним сегодня контракт демонтаж моста. И, друзья, у меня появилось поручение. Сейчас покажу. Доставка спортивного грузовика. Да, это тот грузовик, который я искал. Спортивный грузовик Азов 43-191 Спринтер. Ребята, я за него не читал отзывы, я не читал, какой он именно в этом самом, какая у него проходимость, т.д. и т.п. И на ютубе я не смотрел, так что сейчас выполним этот демонтаж моста и потом возьмемся за этот. Ну и вот, просто доставить гаражу нужно будет, и мы посмотрим, что он из себя представляет, так сказать. Какие задачи на нем можно будет выполнять, не знаю. Я не уверен, что он там прям... Это тот разработчик. Это тот же КамАЗ, по-моему. Ралли Париж-Дакар отдыхает. Так, ну я не знаю. Сейчас второй этап у нас начался. Первый этап мы закончили. Второй этап, демонтаж моста. До начала третьего этапа нам нужно разобрать старый мост. Он выглядит ветхим и вряд ли выдержит вес грузовиков наших участников. Нужно, чтобы кто-нибудь привез инструмент. О, нифига себе. Может, не надо его разбирать? Я сюда не ездил, я не помню. И поедем мы на ЗИЛ-130. Но... От автора Рони Санчак. Кстати, я потом оставлю ссылочку на него. Степ 350. Ну, так он. Непонятно, переименовывают их. Так, что еще? Где этот у нас расходники? Я уже создал. Сейчас отметим и поедем на нем. Ох, блин. Ой-ой-ой, как далековато. Ох, а как же мне, в какую сторону у меня ЗИЛ смотрит. Ну, поедем сюда. Ну, конечно, по проходимости не очень так. Ну, смотря где. Главное не утопить его. Я пока доехал до этих... До загрузки. Так, где он? А, вон он. Когда доехал до загрузки, я его там чуть-чуть утопил. Ну, благо у него ремонт есть. Там. Ремонтные запчасти. Я почти все использовал. Ох, ну тут точно могу. Могу уйти под воду. Ну ладно, ничего. Посмотрим сейчас. Доедем. Планировал на сегодня выполнить 3 задания. Там еще второй контракт есть. Стреляные воробьи. Я уже машинку даже подготовил. Ну тут просто доставить полевой мастерской 2 автомобиля. Ну посмотрим. Всем приятного просмотра. Поехали потихоньку. Ну вот такой он грузовичок. У него, по-моему, я... Не помню, у меня уже давно, ну как, да, недавно скачан. Ну, я так особо на нем не катался. Но, по-моему, ему прицепы никакие не идут. Не знаю, может, он еще что-то придумает, Рони. Ну, так, зелочек такой прикольный, конечно. Зато у него 2 места есть, 2 ячейки в этом бортовом модуле. В принципе, небольшие грузы можно на нем возить. Ну, я взял его покататься. Не было таких задач для него. Но тут, видимо, ну, тут появилось контракт такой небольшой. В принципе. Можно и прокатиться на нем.
Главное не утонуть. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Еще бы не перевернуться на нем. Сейчас как-нибудь доковыляем там. До моста даже. Привезем инструменты. А там я эвакуируюсь на нем в гараж. И... я уже просто не помню. И посмотрим, что там у нас за модули. Это его начинает по всей дороге носить. Да, жопа загружена и перед ног гуляет. Полноприводный с дифференциалом. Ну куда ты, а? Поворачивай, ё-моё. Везде. Да, под горку на нем тяжеловато ехать. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Два расходника загрузил, уже он все. Еле прет. Давай. Так, куда ему какие прицепы? Теперь понятно, почему он ему прицепы не ставил. Не сделал. Он их не потянет, ребят. Он их просто не вытянет.
Не, она повышенно летит. Ага, все. Давай. Потихонечку. Ну блин, на повышенную включающую машина какая-то неуправляемая стоит. О! Накидали веток, блин, от души. Они вроде как бы и помогать должны, эти ветки, да, под колеса. Но сцепление улучшено, ну, должно быть улучшено. Улучшить сцепление, так сказать, эти ветки, коряги. А походу, блин, только мешают. Во, все, за корягу. Ну да, блин, ну видите, за корягу. Так, куда мне там плыть, блин? Ну вот, тут положили какие-то доски, более-менее. А им еще можно, ну, как бы, логично, так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой, да ё-моё. А вот ветки, блин, ну не знаю. Чьи камни? Thank you.
Болото и болото. Так, где там, где там, где там? А, все. О, так мы уже, так, мы уже прибыли, можно так сказать. Ну, ничего, ЗИЛ так, знаете, для каких-то маленьких, небольших задач, так, в принципе, пойдет. Демонтаж. Блин, мост такой хороший. А стоит ли его вообще убирать? Хотя, ну, тут... такая дорога. О, все. И вот мы еще на шаг приблизились к проведению завершающего этапа. Теперь не придется думать, под кем из участников рухнет мост. Да, теперь все. Так, ну давайте посмотрим. Два варианта двигателя, ребята. Две коробочки. Две подвесочки, высокая и... ну, как она, серийная. Шин хватает, в принципе. О, смотрите, какая интересная. В грязи плохо, на бездорожье среднее. Ну, в принципе, шин хватает. Лебедочка. Дифференциал, модули. А, есть модули какие-то. Бортовая платформа с стентом. Детали для ремонта. Еще детали для ремонта. Ну, так, знаете, где-то что-то отремонтировать. Топливный бак. Для воды цистерна. И все, и вот самый такой оптимальный борт на два места. По поводу там улучшений каких-то, декор, ничего, кастомизация интерьера, нет пока ничего такого. Ну как-то так, ладно. Переходим к нашему Уралу. Где у нас тут? А, уже приняли все. Старого водилу пришлось выгнать, но ты-то нас не подведешь. Покажи класс, отбуксируй машину до гаража, чтобы мы ее подлатали. Так, ну вот он, грузовичок. Блять, как-то его сейчас надо, ребята, оттуда вынять. Я взял Урал 4320. Автор код РСК. Как мне ее оттуда? Как-то развернуть его надо. Да то починим, то не проблема. То мы все починим. Я не могу вот ту, как она, ложбинка или вот так вот попасть. Во-во-во. Тихо. Мы его развернем. Лишь бы он только не...
не съехал. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Сейчас мы тебя зацепим, братан. Так, что такое? Так, а ну-ка, отремонтируем мы его. А что по поводу заправочки? А, так у него вообще... Ой, да, супер. Шикарно все. Где? Блять, эту и лебедку еще искать. Заводи, поехали. Да ё-моё. Сейчас выедем отсюда, а там посмотрим, отметим. Где она там, гараж поблизости. Так, дальше, дальше, дальше. Ох, и дорога тут. Жесть. Так, ну вот мы на развилку выехали. Где у нас гараж? А вот у нас гараж. Вот мы так и поедем, нам тут близко. Ближе, сюда и ближе, это было. Тан-тан-таран-таран-тан-тан. Так мы и выйдем к гаражу. Да, самый близкий путь. Поехали.
Бляха-муха, куда тут... Как тут выехать? Ну не зря Урала взял. Проходимее будет. Тин-тин. Понаставляли тут деревья. Такая дорога, быстро не поедешь. Спринтер, ну я так понял, только для состязания, наверное. Блин, на нем куда поедешь? Грузы какие-то возить, навряд ли. Сейчас посмотрим, сейчас привезем в гараж и посмотрим. Потому что я его и не изучал, что он такое? Что он из себя представляет? От болота это проехать. Зеленая. Давай, 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 давай. Так, где мне тут повернуть? О, круто. Я думаю, впишемся.
Есть. Ну, теперь-то первое место точно в наших руках. Бери наш лучший грузовик и веди нас к победе. Вот он наш. Так, ого. Это что, самая крутая? Самая-самая? Но этот улучшенный двигатель с отличной надежностью и производительностью, но с высоким расходом топлива. Да хрен его знает. Этот вроде для гонок спортивный вариант. Двигатель АЗО предназначен для гонок. Коробка. Ну фиг его знает, какая тут коробка нужна, ребята. Что там за это самое? Поставим коробку. Спортивная подвеска, шины для бездорожья. Все отлично, ребята, все отлично с цепями, все отлично. А эти, которые стояли, отлично в грязи, на бездорожье хорошо. Прикольно. Да, модули у него. У него нет, я же говорю, для состязаний. Пусть этот стоит. Бампер. Разное. Всякие, блядь, кондиционер. Ох ты шо, красавчик. Диски. О! Ну, фигурки. Я не знаю, это так. Можно было за кадром все это сделать. Ладно, не буду я. Я еще за кадром покатаюсь. Проверим его. Я хочу еще взять одно задание. У меня тут крас стоит. Я думаю, время позволяет. Так, какая каменоломня? Вот. Стреляные воробьи. У нас тут опять пара невезучих водителей навернулась со скалы. Не поможешь им? Скаут-хаммер. Я тут недалеко, ребятки, уже. В принципе, нам ему вернуть к полевой мастерской, вот где я стою, туда и вернем. Давайте выполним, посмотрим. Крас 260, техпомощь от автора код РСК, заправка, ремонт, эвакуатор, блин, все, короче. Ну, в смысле, кран этот. Мини-кран. Все по феншую. Сейчас посмотрим. Там машинки не это самое. Не грузовики, а какие-то пикапы. Небольшие грузовички. Я думаю, справимся. Закроем еще одно задание. Только второй грузовик там, он, по-моему, чуть дальше. Или пикап, что там. Чуть дальше, но он, видите, там поэтапно надо сначала этот доставить. Ну, дело житейское. Сейчас все выполним. Бак, пробил бак. Ремонт.
Срочный ремонт. Мы не можем позволить кататься с пробитым баком. Ну, блин, тут, конечно, не только бак можно пробить. Но я же говорю, блин, так бьется в этом сноураннере. Это просто трэш. Что такое? Ну ё-моё, а? Чей колесо, блин? Колесо пробил. А что за фигня? Одно колесо поменяем. Тут что, везде трава, блин. Да вы представляете? За что цеплять-то, ё-моё? Да блин! Надо же. Надо же такому случиться. Чё он как-то так легко перевернулся? Капец. А вот он, олимпийский чемпион.
Тихо. Ляха-муха. А я сюда и смогу. Ладно, поедем по дороге. Да что такое? Ты чё перевернулся? Что с тобой такое? Да давай не балдей. Так, потихоньку едешь, все равно какие-то казусы. Есть контакт. Этап завершен. А второй куда нужно пригнать? Тоже к полевой мастерской. А, стоп, это... О, это другая полевая мастерская. Ясно. Я думал, мы сюда же. А где этот туз? А, ну это поближе. Ну, в смысле, тоже недалеко от автомобиля. Такс. Короче, сейчас сюда доедем, а там будем посмотреть. Так, сейчас пополним свои запасы. Опа, есть. А то мы и колесо потратили. Одно. Все, отлично. Ну, несложное задание. Надо их пройти уже. Там, по-моему, нам откроется каменоломня. Я там уже за кадром посмотрю, что там нужно выполнить. Какой-то этап, второе состязание. КамАЗ у нас есть. Спринтер. Так что... Все супер. КамАЗ открыли. Состязание откроем. Я думаю, они несложные, ну, относительно. Ну, если КамАЗ этот не потянет, то у нас есть другие автомобили. И обязательно этот КамАЗ. Потому что горбатый. Это первый этап, это на горбатом мы, наверное, должны были. Не, ну на нем можно выполнять, в принципе, задачи. В смысле, состязание на горбатом.
Ну, там надо было поиграться с шинами, с подвеской. Подвеску пониже поставить. Шины. Ну, коробка, понятно. Ну, его просто носит, как конкретно так по дороге. Тяжело им выполнить. Выполнить можно состязание, но как бы сложновато на нем кататься. Так, куда я попёр? Так, поехали за Тузиком. Тузик, Тузик, а что тут у нас? Вот дорога какая-то. Я вот смотрю на эти камни, проеду, не проеду. Так, а вот у нас этот Тузик. Тузик здесь. Тузик недалеко. А ё-моё, ну я же еле дотронулся. Ну, блин, ну что это с игрой? Капец какой-то. Так бьется, мать его. Только дотрагиваешься. Ту-ту-ту. Расстрел сразу. Все шины, блядь. Бабах, блин. Подвески нет у меня. А вот так, чтобы без ремонта. Порвал все колеса, блин, и эвакуируйся в гараж. А потом заново. Да ну нахрен, я бы честно вот не играл бы. Я не знаю, люди проходят по второму разу там эту игру, только там сложный режим. Не, я пас. Я пас. И вот сейчас часик-два поиграешь, все, уже не хочется. Хорошего понемногу нужно. А если так задротством заниматься, то она, ну как по мне, она мне быстро надоест. А если еще и без модификации, вы заметили, я в основном езжу на модах, катаю. Если бы только на штатных ездил, то я бы модранер был проходить. Я вам как-то больше по душе. Ну, это тоже игра прикольная. Задание там по все. Где там, блин? Давай, 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 газуй. Ну вот это что, камней они тут накидали на дороге. Ну блин, это чересчур. Это не приветствую. А, вот он. Тузик.
Куда ты покатился, дядя? Как мне его, блин, зацепить и поехать? А, так я так могу. А нам куда надо? А, ни хрена нам не туда. Нам не туда. Разворот. Топливо. Ну что ты будешь делать? Ты мне нужен с топливом. Поехали, друг, поехали. Не, ну так, когда его заведешь, он хоть притормаживает там что-то. Конечно, к разу оно неощутимо. Тянет его, да и все. Не ощущаешь, что-то там. Ну он тут болтает. Да хрен с ним, я не знаю. Ну так хотя бы притормаживает там где-то на склонах. С заведенным двигателем, кстати. Дистанцию держит. Так, поехали. Потихонечку. Все, друзья, приехали. Отлично, выполнили 3 задания. Это радует. Я
Пусть это послужит им уроком. В следующий раз пусть эвакуируется за свой счет. Все, друзья, на сегодня все. Спасибо вам за просмотры, за лайки, за комментарии, за поддержку. Подписываемся на канал, друзья. Всем мира, добра, здоровья и до встречи.